день скажут всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес, может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Так, после сделал вот еще. Вот готово. Здравствуйте, ребята. Вот. Ура! Всем привет. Добрый день, друзья. Ух ты! О, вот это да! Во себе самая настоящая ракета. Да, это я ее построил. Молодчина, а? Отличная работа. Ой, так и хочется вот сесть в эту ракету и в космос полететь. Так в чем же дело? Ура! Чур, я буду командиром корабля. Экипаж по местам. Есть по местам. Пристегнуть ремни. Антон, обратный отсчет. Есть обратный отсчет, командир. 3, 2, 1, старт! Полетели! Крыльев нет, но это птица, распушив свой алый хвост, полетит и прилунится, долетит до ста и звезд. Я держу штурвал руками и, подняв корабль с земли, в открытый космос. Ура! Ой, ой, невесомость! Здорово! Интересно, а откуда она берется? Все очень просто. Когда мы улетаем с Земли, ее сила ослабевает. И она уже не может так, как раньше, притягивать нас к себе. Вот и появляется невесомость. Я как воздушный шарик. Я тоже. Дорогие космонавты, пора приступать к исследованиям. Смотрите, в иллюминаторе солнце. Так, ой, а это что, луна, что ли? Здорово. Получается, здесь их вместе можно увидеть. Ага. Да, в космосе открываются удивительные возможности. Здесь и звезд больше видно, и разглядывать их лучше. А я знаю почему. Почему? Это потому, что здесь облаков нет. Правильно, здесь нет атмосферы, этого воздушного одеяла, которым укутана Земля. В атмосфере бывают облака, летают пылинки, капельки воды, частички дыма. Все это делает ее не очень прозрачной. Поэтому наблюдать за звездами с Земли трудно. А из космоса легко. Вот астрономы и хотят построить здесь научную лабораторию для такого наблюдения. Но пока ее нет, им помогают космонавты. Как помогают? За звездами наблюдать? За звездами, за Солнцем, за Луной. Так, сейчас я ее сфотографирую. Может, мой снимок тоже пригодится. Еще как пригодится. Каждый снимок, сделанный в космосе, настоящая ценность для науки. Ух ты! Кокси, а может, Луну тоже сфотографируем, а? Давай! Давай! А давайте лучше сфотографируем Землю. Землю? А зачем, а? Чтобы сделать открытие. Например, открыть полезные ископаемые. На Земле их трудно найти, а по фотографиям из космоса геологи с легкостью сделают это. Вот это да! Получается, здорово, что мы сюда прилетели, а? Да, еще бы, мы космонавты, здесь столько всего сделать можем. Просто ого-го, сколько! Да, у космонавтов много работы. Например, можно выращивать редкие растения, которые нужны для приготовления лекарств. Представьте себе, на Земле они растут медленнее, чем здесь, в космосе. Ой, как интересно! Вот бы и нам сделать что-нибудь такое этакое, а? Когда-нибудь обязательно сделаем. А пока нам нужно научиться жить и работать в космосе. Этим космонавты и занимаются. Эй, а разве трудно жить в космосе? Еще как трудно. Здесь могут подстерегать разные неприятности и опасности. Ты, наверное, шутишь, Антон. Какие здесь опасности, если тут ничего нет, а? Ведь всем известно, что в космосе пустота. Ой, ой. Что это, а? Что это? В иллюминаторе наблюдаю метеоритный дождь. Экипажу срочно надеть скафандры. А у нас их нет. Мы их дома забыли. Тогда нам придется срочно возвращаться домой.
Потому что если в нашем космическом корабле появится хоть одна маленькая дырочка, он тут же останется без воздуха, и нам станет нечем дышать. В таком случае курс на Землю! На Землю! Да, оказывается, в космос летать опасное дело. Зато очень почетное. Недаром космонавтов героями называют. И еще, чтобы стать космонавтом, нужно очень много знать. Значит, надо долго и много учиться? Верно. А я буду стараться. И я тоже. Молодцы. Ну а теперь нам пора прощаться с ребятами. До свидания, ребята. До встречи. Всего вам доброго, друзья. Храни вас Господь.